Хей-хоу, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Борода, у нас Грим Соул, и мы возвращаемся в эту чудесную игру, и с сегодняшнего дня вы сможете лицезреть эти чудесные видеоролики развития прохождения в этой игре вместе со мной. Ну что, так как это survival, это развитие, первый наш видеоролик начнется с того, что мы пойдем фармить сосновый лес. На самом-то деле, незамысловатая такая работенка отправиться в локацию, надрать задницу зомбачам и забрать ресурсы и уйти. Ну а, дорогие друзья, если вы не забыли, это Grim Soul, и она отличается от всех остальных игр именно тем, что она действительно хардкорная игра. И если вы до этого в нее ни разу не играли, то я вам советую это сделать. Действительно сложная, действительно крутая игра, которая реально стоит времени и внимания. Поэтому сосредоточимся на том, чтобы нас не убили. Сначала проходим все по периметру. Обязательно, ребят, всегда нужно лутаться по периметру. Пролутываемся, собираем пару десятков ягод, и только после этого, дорогой мой друг, мы сможем отправиться и убить пару воинов павших. Так, агресса на меня мишка, немножко я не так планировал, но да ладно. Убиваю волка, убиваю медведя, в принципе, я неплохо вооружен на самом-то деле, поэтому будем честны. Я довольно-таки нескромно оделся, я взял все, что мне надо, и я выгляжу реально хорошо на фоне всех остальных. Забираем камешки, я сделал хороший меч, кстати, по экипе я взял с собой только меч и на всякий случай немного взял мяска вяленого. Потому что мало ли кто перебежит к нам в гости, и, зная свою везучесть, я запросто могу умереть. Так, на нас агрится проклятый, бежит к нам с середины карты, мы его убиваем и идем себе дальше спокойно собирать ягоду-малину. И остальные нужные нам ресурсы. Так как я много пропустил, я в курсе того, что в игре наконец-то появилась лошадь. Но, ребят, что еще есть в игре? Возможно, я что-то все-таки упустил. И, возможно, помимо лошади появилось еще что-то довольно-таки ценное и крутое. Поэтому, если я действительно упустил какой-то важный момент, я буду тебе безумно благодарен за то, что ты мне об этом напишешь. Потому что вроде как пролистал, вроде как посмотрел, но вы же сами знаете, как это бывает. Где-то что-то, да, все равно упустишь. Так, немного я скушаю вредных ягод, немного мы отхилимся. Вроде как нормально мы пока себя чувствуем. А, да чтоб тебя, ребят, ну, разучился, реально. О-о-о, беда. Тихо. Немножко я не рассчитал дамаг, который мне наносили. Сожрал много, к сожалению, я мяса. Это все моя паника. Паника из-за того, что я давно не играл. И я сожрал 6 кусков мяса. Это действительно много. И я переборщил буквально из-за того, что начал паниковать. Неожиданно для меня он выскочил. И еще более неожиданным было то количество урона, которое он наносил по мне. Я-то ведь голый был. И из-за этого большой дамаг по мне проходил, и я забыл даже, на чем мы остановились. Если я не ошибаюсь, мы обсуждали момент нововведений, и если знаешь какие-то крутые фишки, которые добавили в игре, то будь добр, напиши. Но мы продолжаем выживать, продолжаем развиваться. Я куда-то заполз не туда. Мне кажется, надо было немножко по-другому. Ой-ой-ой-ой, что я делаю, боже мой, ребят. Что же я только что сделал? Вы просто не представляете, кого я заагрил. Я забыл об этом парне, я забыл, что он находится на локациях второго уровня, и сейчас мне будет действительно тяжело, мне будет действительно трудно с ним сражаться, и если не пофиксили тот момент, что он отагривается от меня, то мне на самом-то деле будет очень тяжело. И я не знаю, как я смогу обыграть этот момент, потому что мне крайне не хотелось бы сливаться в первом же видеоролике. Мы должны отыграть максимально качественно и максимально красиво.
Подфармлю немного я дерева. Мне нужно найти еще два камня на кирку. На самом-то деле я только что должен был сделать первым делом кирку, а после этого делать топор. Потому что я пришел все-таки на локацию, где полным-полно дерева и... Ух ты, лютоволк, здорово. И очень мало, к сожалению, камня. Поэтому это был мой прокол, это была моя ошибка. Зачем я ее допустил, я понятия не имею. Но будем сейчас как-то выпутываться с этого всего. Я не знаю, убьет он меня с одного удара или нет. Давно мы не играли с вами. И, если честно, я подзапамятовал. Что скажете, с одного удара он меня уложит или нет? Я вот заметил момент, что вроде как пофиксили фишку с тем, что они не перестают агриться и идут за тобой даже после того, как ты выходишь с локации. Это радует, потому что раньше с этим моментом играть было чрезвычайно сложно и местами даже нереально, когда они агрятся на тебя все сразу и они просто ждут на месте. Ух, ух! Это было горячо, это было близко, я удираю. Они агрятся сразу же на месте спавна твоего. Ты только появляешься, они сразу же там и убивают тебя. Поэтому вот этот момент раньше очень сильно мешал нам играть. И вроде как сейчас его убрали, поэтому я рад. Я уверен, что мы сможем теперь с ним справиться. Удар отошел, в принципе, должно сработать. Посмотрим. В противном случае я умру с первого же удара. Так, хорошо, убиваем лютоволка. Сломалось у меня оружие немного не вовремя, но я делаю левел ап, беру себе в руки меч дальше и продолжаем работать. Так. Туда нам надо как-то подкрасться. Мы его сейчас убьем, кстати говоря. Мы просто будем аккуратно, тихонько к нему подходить, наносить свои сокрушительные удары. Мы же с вами ниндзя, правильно? Мы будем жалить, как пчела, и отходить каждый раз. Но на самом-то деле такая стратегия работала и тогда, такая стратегия работает и сейчас. По крайней мере, я на это надеюсь, и если она не сработает, то мы с вами обречены, потому что у меня не так много осталось хилов, и у меня не так много оружия, чтобы убивать его полноценно. Так, нанесем. Уберем, хорошо. А вокруг него я убрал всех врагов, остался вроде как только он или нет. А где? Я его потерял. Где он делся-то? Ребят, мне кажется, я ушел. Мне кажется, я ушел очень далеко, и я хочу его убить на самом-то деле. А раньше с него падали очень приятные бонусы. А рядышком с ним стоит еще один моб, который может нам мешать. Хорошо, да, это работает. А в принципе, мы его убьем. Это радует. Да, это займет определенно какое-то время, но что поделаешь. Таковы сурвайвалы 2018 года. С этим уж ничего не поделаешь. Так, я убью прокаженного, чтобы он нам не мешал. А, хорошо, что, кстати, это не тот прокаженный, который агрился на нас в прошлый раз. Это нам однозначно мешает. Это испортило нам нашу стратегию. Мне пришлось лишний раз перезайти. В принципе, я думаю, я пойду дальше пофармлю пока что еще. Мы к нему вернемся обязательно. У нас тут есть возможность пофармить ресурсы без него. Я думаю, я этот момент сейчас ускорю. Все произойдет гораздо быстрее, чтобы тебе не смотреть, как я буду долбить эти сотни деревьев. Поехали. Ну вот, типа, рубил, ребят, пошли дальше. А, закончилось у нас дерево, точнее, камень закончился, и надо бы найти камешки для того, чтобы можно было все-таки собрать как можно больше ресурсов, не зря же мы сюда пришли. У меня дома все сундуки пустыми оказались, я не знаю, как мы до этого докатились, вроде как развивались мы неплохо, 32-й, 33-й уже уровень, но в итоге все пошло не по плану.
Я зашел, оказалось все пустым. Смог сделать вот несколько мечей и больше, к сожалению, ничего. 20 кусков мяса валялось у меня в сундуке и, в принципе, по-моему, больше ни хренашеньки нету. Поэтому будем выживать с тем, что имеем. Так, заберем плюшки. Ух ты, здорово. Как ты неожиданно к нам пришел. Я знаю, что вилы это очень жесткая штука на самом-то деле. И я думаю, он в броне, но мы справимся. Хорошо. Так, я заберу это все дело. Отлично. И все ресурсы, которые мне нужны, я тоже, пожалуй, позаимствую. Они ему вряд ли пригодятся. Так, камня у него не было, это большой минус. Но я вроде как кирку нашел, не нашел, не знаю. А у меня соседи проснулись, они решили мне постучать. Большое им за это спасибо. Так, проклятого мы убьем. А сколько там прочности у вил? В принципе, то на то и получается, поэтому смысла сбрасывать нету. Так, хорошо. Продолжим. Мы тут кого-то еще с волков не залутали. Мясо я заберу. То хилов нету, надо хотя бы мясо будет вялить, чтобы как можно больше восстанавливаться и быстрее. Так, немного приоделись, это тоже радует. Да, броня битая, ломаная, но какая-никакая все-таки защита, друзья. Сами понимаете. Без защиты здесь, в этой игре, выжить просто нереально. Так, проклятый на меня агрится. Я успеваю убить, отлично. Но мне самая главная была задача, это все-таки по стейлсу пройти и добить говнюка. Давайте посмотрим, что мы найдем в первой нашей корзине на этой локации. Много ресурсов, черт возьми, куда же их ложить? Потому что я не знаю, надо менять приоритеты. Кто-то бежит? Нет, не бежит. Я испугался, я уж думал, меня атакуют. Ну что, мы бревна начнем сбрасывать, веревки начнем сбрасывать, я хрен знает. Мне бревна тоже нужны. О, Мишка, здорово. Я знал, что ко мне кто-то прибежит в этот чудный момент, потому что здесь стоит этого ожидать на самом-то деле. Я даже не удивился, ты посмотри. Ой-ой-ой, тихо, братишка, Алекс. А что это у тебя такое интересное? На самом-то деле ты валишь-то не хреново. Мне нравится. А это лопата? Неплохая лопата, однако. Неплохо. Больно. Так, я перчи скинул, если я не ошибаюсь, поэтому можно одеться. Хорошо. Видите? Немного, конечно, но на локацию хотя бы хватает. Поэтому мне это нравится. Можно это использовать таким способом. И оружие, даже если ты насобирал больше, вдруг как-то где-то, тебе помогут его здесь сломать, и можешь по этому поводу даже не переживать. Хорошо, забираю мяско. Кстати, мне кажется, я стак мяса насобираю на изи просто, потому что еще кучу оленей надо убить. Посмотри. А? Так, где-то там лопатка. Лопату я вроде с собой не взял, поэтому надо забрать ее. Да, отлично. Пошли убьем зомбача. И лопатой, кстати, надо бы поубивать и оленей. Это будет более профита, чтобы не тратить все-таки вилы. Вилы, я надеюсь, мне хватит там прочности для того, чтобы убить темного стража. И если не хватит, то это будет немножко проблематично на самом-то деле. Так, вот мы подобрались к самому такому пику. Здесь много засранцев. О, еще один. Да ладно, вот этого я не ожидал, если честно. Я думал, на локации будет только один ублюдок. Проклятый рыцарь, и тогда мне никак не хватит просто ресурсов для того, чтобы их убить. Чем, спрашивается? Я не брал столько оружия, чтобы вынести им всем кабины. Хорошо, ну мы сейчас пойдем убьем тогда хотя бы одного. У нас там где-то он внизу валялся. Я это точно помню. Так, что у нас здесь есть? Веревку я заберу. Кстати, я не уверен, что веревка насколько ценная будет для нас. И я думаю, можно поменять приоритет и даже выбросить веревки и взять вместо них лучше 20 бревен. Потому что дерево сейчас... Да чтоб тебе, я понял. Короче, не дадут мне возможности нормально пофармить. Надо добить то, что я смогу забрать с собой сейчас.
и сваливать отсюда, потому что он будет постоянно на меня агриться. Я пришел без доспеха, в принципе, еды у меня уже нету, все, что было, я потратил, и, соответственно, мы сможем сделать смелые выводы, что нам здесь не рады, можно убегать. Пошли, заберем руду, вроде как кирку я нашел, поэтому смогу добыть, это хорошо, и можно убегать. Есть. Так, а что такое? Я голоден. А, я жажда, у меня жажда. Боже мой, я сейчас умру. Так, а мясо что же хилит, правильно, да? Не, мясо не хилит жажду. О, беда. Вот это я попал, конечно. Если я не ошибаюсь, у меня где-то есть фляжечка с водичкой, поэтому эта фляга должна меня как-то немножко спасти, приободрить, помочь. Ну, а если нет, значит не судьба. Хорошо, идем дальше. Лопата, 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 лопата. Переключил здесь на лопату. Пособираем максимально ресурсов, которые здесь остались, и убегаем. Потому что я смотрю, уже темнеет. Ночного гостя я видеть не хочу. А наша задача, ребят, сейчас как можно быстрее насобирать все-таки ресурсов и построить долбаную конюшню. Там мне надо найти самые необходимые, самые редкие. Это седло, вещи. Все остальные ресурсы добыть, в принципе, я думаю, не проблема. Поэтому нам нужно будет подпотеть только над одним моментом. Я надеюсь, у нас это получится. Мы с вами сможем это осилить, в принципе, я думаю. Правильно? Сделаем этот момент, и тогда у нас все получится. Я не знаю, что мы, правда, будем делать с лошадью. Куда мы будем тратить столько энергии. Но однозначно стримы станут интереснее, мы сможем посетить новые локации, если я не ошибаюсь, правильно? Потому что я видел на карте, у нас появилась возможность пересекать реку, и для того, чтобы пересекти эту реку, нам нужен выносливый конь. Ну и, соответственно, мы получим выносливого коня и сможем посмотреть, что же там есть. А там у нас есть один из героев, ну, как героев. Один из ботов, который живет по ту сторону реки, и мне любопытно забрать у него какие-то ценные вещи. Я уверен, что разработчики нам приберегли что-то очень вкусное. Поэтому сейчас первостепенная цель стоит, это как раз-таки построить конюшню. Не знаю, кланы доступны здесь, недоступны для коммуникации. Тоже надо этот момент посмотреть. Если действительно доступно, то надо сделать также клан тогда. Чтобы мы могли с вами общаться, играть вместе, проводить хорошо время. Если ты еще не подписался на канал, братишка, ну сделай-ка доброе дело. Подпишись на канал, порадуй бородачей, я буду тебе безумно за это благодарен. Это будет безумно круто, если ты нажмешь на пальчик вверх и на кнопочку подписаться. Это будет лучшим подарочком для меня. Так, хорошо, кирку я сбрасываю, это я сбрасываю. Все, можно, ребята, уходить. Я буду с вами прощаться. Всем спасибо. Это был первый вводный ролик, так что не переживайте. Не нужно раньше времени разочаровываться. Не все видеоролики будут такого плана. Мне хотелось с тобой пообщаться. Я это сделал. Мы, в принципе, посетили среднюю локацию. Выжили в ней. И это уже хорошо, учитывая то, что мы давно не играли в Grim Soul. Всем спасибо. С вами был Борода. Пока-пока.